что у нас с бельмом на глазу, это газпромовский объект. Какова там ситуация, если движения по-прежнему нет, хотя, как мне говорят, они платят бешеные штрафные санкции, но дело не в санкциях, а дело в том, что не может быть в центре Минска на главном проспекте за забором стоять непонятно что. Накануне встречи с президентом России я хотел бы знать, что там у нас происходит. Я уже ему напоминал как-то, обозначал этот вопрос на уровне президента. Он тогда очень жестко отреагировал, но, видимо, «Газпром» это не услышал. Поэтому, если они не хотят на этой площадке работать, должен быть четкий ответ – да или нет –